первая ласточка в программе по выдаче одного дальневосточного гектара земли. В Нерюнгринском районе сегодня зарегистрировали первого заявителя. Напомним, что со вчерашнего дня программа начала свое действие только в пилотных районах регионов Дальнего Востока. В Якутии это Нерюнгринский район, и на землю там пока могут претендовать только якутяне. А о том, кто же стал первым заявителем, расскажут наши корреспонденты. Сергей Барышко – первый желающий приобрести один гектар для своей большой семьи. Для него это хорошая подмога в благосостоянии его домочадцев и, конечно, отдых и труд на собственном участке. Ну, планы у меня одни, чтобы для выращивания в домашних условиях овощей для своей семьи, для нужд семьи. Вот. Мне пришлось обратиться по программе президентской. Первоначальные документы и заявления Сергей Барышко оформил в многофункциональном центре Республики Саха-Якутия по Нерюнгринскому району. Здесь записали его контактные данные для того, чтобы в дальнейшем при получении ответных документов из Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района назначить прием для окончательного оформления участка земли. Люди в основном интересуются землей для того, чтобы вести личное подсобное хозяйство. Вот на сегодняшний день к нам обратилось 3 человека за консультацией. В данном законопроекте получение земли упрощено. Участок выдается безвозмездно на основании заявления, схемы запрашиваемого участка и документов, удостоверяющих личность. Время оформления всех документов займет чуть меньше месяца. И, возможно, в ближайшее время появятся уже те заявители, которым такие земельные участки нужны будут не только для семейных нужд, но и для создания собственного бизнеса. Мы понимаем, что крестьяне, особенно селяне, хотят иметь побольше земель с учетом вот именно этого закона, бесплатно расширять свою территорию, расширять свое производство. С этой точки зрения мы еще введем понятие якутский гектар. Дополнение российскому гектару, дальневосточному гектару. С 1 июня 2016 года в Нерюнгринском районе начал действовать пока пилотный проект федеральной программы по выдаче одного дальневосточного гектара земли гражданам России. От его результатов зависит дальнейшая реализация программы и на территории всей Республики Саха, и на территории Дальневосточного федерального округа в целом. Галина Якимчак, Вадим Барашков, НВК Саха, Нерюнгрин.